Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать инстасамку. Трек называется «Маленький самолет». Я знаю о том, что там, не знаю по какому поводу, весь репертуар Валерии кто-то перепевал. И как бы инстасамке достался «Маленький самолет». Или она сама его достала, я не знаю. Но это будет, кстати, любопытно посмотреть, потому что когда, ну, мы, взрослые, да, чаще всего считаем, что вот этот вот рэп или что там у вас, поп, или и пип, и кто там только не есть, и рок, и так далее. Ну, когда рок, ладно. А вот все, значит, которые сейчас, которых мы слушаем, что типа у них нет ни голоса, ничего, ну, мы так считаем, потому что вот эти песенки, которые мы слушаем, нам кажется, что они такие низкопробные. Вот, и поэтому будет любопытно посмотреть, можно ли такие более правильные голоса поставленные там. Мы же понимаем с вами, что у нас, допустим, инстасамка наверняка никакого там музыкального училища не заканчивала, никто ее не учил петь, она там сама как-то научилась. Но, может, я ошибаюсь, если я ошибаюсь, скажите мне об этом. Вот, и поэтому любопытно, как, допустим, Валерия наверняка там что-то, какую-нибудь академию заканчивала, и голос у нее есть, и она и тянет, и так далее. И хватит ли инстасамке сил, дыхания и голоса исполнить то, что исполняла Валерия. Поэтому в этом плане будет интересно ее посмотреть. Ну, перед тем, как мы будем слушать, я вам напоминаю, что у нас инстасамка заняла 2-е место в нашем голосовании в телеграм-канале, поэтому вот мы ее выбрали и послушаем. Также напоминаю о том, что у нас глючит камера, и мы собираем донаты на новую, поэтому принимайте участие, внесите частичку себя в наш канал. Ну, у моего сына Максима есть игровой канал, поэтому тоже милости просим туда. Но мы пока слушаем инстасамку. Тоже на современный лад. Куда кричать, кого винить? Хочу я что-то изменить в этой жизни. Выручай. Ну когда заберет меня маленький самолет и станет мир большим, мир большим. Друзья мои, конечно, скажем так, инстасамка большая хитрунья, да? Почему? Потому что, конечно, она не вытягивала этот голос, но она пела по-своему, по-современному эту песенку. Кстати, у меня есть 2 книги, которые я выложила на Литрес, и я хотела бы, чтобы вы помогли ее мне распространить. Поэтому, друзья мои, заходите на Литрес, качайте, читайте, советуйте друзьям, врагам, подругам, друзьям, соседям, родителям и всем подряд. Помогайте мне распространить мою книгу. Но мы продолжаем про инстасамку.
Что хочу сказать про инстасамку? То есть, как бы, я вообще-то, конечно, ждала, что она вообще споет песенку ну, так, как Валерия. Но она так, так как стиль у нее такой у вас, у современных, более такой отрывистый, она спела ее в современном стиле, и, в принципе, все было хорошо. Ну, то есть, как бы, всегда можно схитрить и спеть так, как ты можешь, и тебя похвалят. Потому что она спела похвально. Но я хотела бы все-таки, чтобы она показала свой голос по-настоящему. Потянула нотки и так далее. Чтобы я сказала, нифига себе, какая инстасамка крутая. Ну, пока что я как бы только привыкаю к инстасамке. Даже не могу сказать, нравится она мне или нет. Но то, что я уже практически привыкла, это да. Поэтому оценивать я не могу ее именно в плане вот как мы по нашим баллам, просто потому что ну, текст не ее, ну, и так далее. Вот. Но в целом я могу сказать, что она смогла и выполнила, спела эту песенку на современный лад, что я тоже в принципе люблю. Всем пока!